Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости. Я так счастлива быть сегодня здесь и петь для вас. Желаю вам прекрасного настроения, а нам вдохновения. Российской Федерации и Республики Татарстан Аида Гарифуллина. И вам понятно, почему она покорила всю европейскую публику. Долгий путь. К славе вышли быстрее. Thank you.
Браво! Аида Гарифуллина просит своего отца Лауретта, чтобы позволил ей жениться. Браво! Теперь понимаете, почему ее любит весь мир. Спасибо. Oh!
Браво, Каста Дива! Для Верди она сменила свой наряд, и это естественно и понятно. Cedinete a me che di quel decio prego il caro tuo d'origine le mostro per tanto o for tu da qui che buon amore se vorrei qualche prova vero di felice il cuore merce del tuo Merce de assi, 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 io dolce prezzo, io t'amor mi balza il cuore, ceresti l'ora già respiro, che conti senza l'embrio, che la gioia spero, che tutti senza, Оперная дива Аида Гарифуллина. Non le vedo salvare, ma sapessi qualche
nebula con una cabeza nelle onde in via se ciò che i torri su e giù è quel furor sorriendo e la volta sta ridendo che maruno era toda mi terra in bagnos con una cabeza io vorrei me le vesse sulla male bella intestina e la sorina mi ror e che gli ho le passare sua cade fluido posta veste e rovessare basta de carreras si acabo la timba un pedale e mi doccio no bene va bene Cucciato tingo, c'è di asserti che le davigo, e vuoi l'una vera, o la vitera. Карлос Гардель и Аида Гарифуллина. Спасибо. Изумительная музыка. Il n'a jamais connu des lois
si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te le regarde toi, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, regarde. Дива Аида Гарифуллина. Спасибо. Вы знаете, несколько лет тому назад мне довелось побывать на премьере в Казанском театре оперы и балета. И там была премьера оперы Резиды Ахияровой «Сююмбике». Поразила меня и музыка, и либретто, и истории этой татарской принцессы, которая, в общем-то, явилась основательницей одного из самых богатых русских родов, рода Юсуповых. И сейчас мы послушаем фрагмент из музыки к «Сююмбике» Резиды Ахияровой в исполнении Государственного академического симфонического оркестра и, конечно же, Аиды Гарифуллиной. Oh,
Аида Гарифуллина, Резида Ахиярова, Сююмбике. Спасибо вам большое. Продолжайте аплодировать. Илья Дербилов, герой сегодняшнего вечера, также дирижер. Спасибо вам большое за столь теплые, горячие аплодисменты, за такой потрясающий прием. Мне так радостно быть здесь рядом с вами. Такая энергетика невероятная в этом городе, от этой природы потрясающей, от вас. Спасибо, я почувствовала столько любви, и я надеюсь, я смогла подарить вам любовь и свою радость, свое счастье от прибытия в этом городе. Спасибо потрясающему оркестру, который я так люблю. Мы так много выступали вместе. Спасибо дирижеру, маэстро. И желаю вам счастья, любви и всего самого-самого доброго. Я вас люблю. Спасибо. Аида Гарифуллина, заслуженная артистка Татарстана и России, оперная дива международного уровня, покорительница сердец многих любителей оперы и меломанов. И она решила подарить вам еще одно произведение. «Улетай на крыльях ветра». Александр Бородин, князь Игорь.
Алина Гарифуллина, огромное спасибо за этот замечательный, потрясающий, неповторимый концерт. Спасибо и Государственному академическому симфоническому оркестру Татарстана, и сегодняшнему дирижеру с ними Илье Дербилову. Спасибо этому замечательному коллективу, которым руководит Александр Витальевич Сладковский, народный артист России и Татарстана, и профессор. Аида Гарифуллина, которая много выступала с этим оркестром и еще будет выступать. Потрясающий фестиваль, потрясающий зритель, обожаю петь в Татарстане. Это такая любящая, такая горячая, такая эмоциональная публика. В прошлом году мои родители были приглашены на этот фестиваль в качестве гостей, им очень понравилось. И я, конечно, доверяю вкусу моих родителей. Не поэт, медиум, это пророк. Для меня не было другого варианта, как приехать сюда и спеть для вас. Есть еще, конечно, несколько концертов по России. Большое будущее ждет этого мальчика. Всегда большая радость.